Центр поддержки семьи мобилизованных граждан. Здравствуйте. Ежедневно сотрудники Центра поддержки семьи мобилизованных принимают звонки с просьбами о помощи. С какими вопросами обращаются жители, глава муниципалитета поинтересовался у сотрудников лично. Из прошедшей недели с какими основными вопросами приходили? Выплаты, по-прежнему выплаты. Также, да. Есть популярность юридических вопросов где-то в 6-7 обращений в день, самых разных. Стали появляться по кредитным каникулам вопросы. Неподъемные кредиты для многих семей выплатить сейчас непросто. Этому вопросу Андрей Иванов порекомендовал уделить особое внимание. Кроме того, многим требуется простая бытовая помощь и моральная поддержка. Часто стали появляться нестандартные вопросы. Например, помощь на дому, такая как посидеть с детками. Наши волонтеры серебряные из активного долголетия с этой недели сидят с детишками. В центре работает кабинет психолога, оказывается юридическая помощь. Ежедневно здесь трудятся депутаты, общественники, волонтеры. Кроме работы с заявителями, операторы сами связываются с семьями военнослужащих и предлагают свою помощь по любым вопросам. Мы работаем всю неделю без выходных с 10 до 19 часов и ждем, собственно, всех, кто нуждается в какой-либо помощи. Также нам можно позвонить по телефону горячей линии. Наши специалисты обязательно ответят и по возможности проконсультируют. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».